Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Девушка меня отшила, но пытается влезть в мой круг общения. Когда мы с ней общались, я со всеми друзьями ее познакомил. Теперь она меня всячески игнорирует, потому что решила так, но всячески лезет в мою компанию. На днях пришла в место, где мы все собираемся и общаемся. По несколько часов сидела с моими друзьями и подругами общалась. Я пока не хожу туда, потому что заболел. А в чем ваш вопрос? Аноним. А вы вот не задаете вопрос. Ну да, вы рассказали историю, как бы я понимаю, что, ну, что вы на это можете, да, реагировать, ну вот, вот так. То есть вам может быть неприятно, вам может быть больно, а, да, вот, ну, наблюдать такое, да, такое поведение со стороны девушки и, в принципе, ну, ничего как бы необычного, да, ничего как бы сверхординарного в этом, мне кажется, нет. Но что вы хотите спросить? Если речь идет, например, про какую-то надежду, что девушка, вот она таким образом хочет как-то вот с вами быть, да, она хочет ну, восстановить общение, восстановить контакт, например. Ну, вот, если вот, вот в таком ключе вы полагаете, это происходит, что, ну, я бы сказал, что, что это действительно может быть так, с одной стороны, но с другой стороны, вы же понимаете, что это догадки, и ей может, ну, может быть, просто нравится, общаться ну, с вашими друзьями. Вот. Ей может, может быть, ну, просто приятно находиться с определенными людьми, и все. То есть, как бы, к вам отношение это может и не иметь. Но если вы через вот такое ее поведение видите для себя что-то, то вы просто-напросто рискуете, ну, во-первых, разочароваться, вот, во-вторых, вы рискуете, ну, снова испытать некую такую болезненность. Вот. Понимаете? И по факту, ну вот, такая вот не очень, не очень хорошая получается история для вас. Вот. Вот.
такой аспект, вот такой момент. Я думаю, можно вам сказать сейчас с точки зрения психологии, да, и с точки зрения вот, психотерапии. Вот такая вот история. Такой момент. Скорее всего, вы травмированы расставанием, возможно. Вот, и, соответственно, вам вот ваши переживания, касающиеся этого, нужно помочь прожить, потому что, ну, вы страдаете, очевидно, да? Вот, как-то так. Ну и по причинам расставания тоже можно было бы пройтись, ну, вот, посмотреть, с чем они связаны, вот, и может, кто знает, может быть, есть какие-то решения. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи. Всего самого доброго.